Всем привет! Если у вас так же, как у меня, засыхает газон, я вам сегодня покажу в этом видеоролике, как без проблем своими руками его реанимировать, и он будет шикарный, зеленый и густой. Тут даже дело не в поливе, так как поливаю я его каждые 2 дня, но из года в год он желтеет и не дает сочности и плотности. Пробовал подсеивать семена, но это тоже ничего не помогает. Почитав, поизучав всю эту тематику, выяснил, чтобы оживить свой газон, нужно сделать самодельное приспособление для того, чтобы трава дышала и напитывалась кислородом, больше поглощала влаги, и тем самым газон был густой и зеленый. Но пересмотрев много разных идей для самоделок, я подумал и решил все-таки приобрести заводское устройство, так сказать, аэратор-скарификатор от компании Greenworks. Аккумуляторный, остановил свой выбор именно на этом агрегате, так сказать. В комплекте идет один аккумулятор и одно зарядное устройство, мешок для сбора травы. Также у данной модели аэратора-скарификатора есть в комплекте 2 вот таких вот вала. Один аэратор, а другой скарификатор. Меняются валы очень быстро и без применения какого-либо инструмента. Вот таким вот образом откручивается, откидывается. Все, вытаскиваем вал. Вал снят. С одной стороны он на подшипнике закрытого типа, с другой стороны на вот таком вот четырехграннике крепится. Все, один вал сняли, оставили другой. Сейчас я буду делать аэрацию газона, то есть насыщение газона кислородом. Устанавливаем аккумулятор вот в этот отсек, который защищает аккумулятор от влаги. Все. И можно приступать к работе. Технические характеристики моего аэратора-скарификатора таковы, что аккумуляторная батарея имеет 40 вольт, обороты холостого хода 3100 оборотов в минуту, ширина обработки 38 сантиметров, количество ножей 16 штук, глубина скарификации максимальная 12 миллиметров, глубина аэрации также 12 миллиметров, вес 12 килограмм и плюс довольно вместительный травосборник порядка 45 литров. Вот прошелся пару рядов и смотрите, что он получается насобирал. Вот такой вот мусор, который от старая вымершая трава, там какие-то семена и все прочее. Далее, друзья, я беру вот такой вот восстановитель газона. Стоит он порядка 30-40 рублей. Покупал его в Леруа Мерлен. Хватает его на 100 квадратных метров. И разбавляю его в лейке, делю примерно на 10 частей, у меня 10-литровая лейка, проливаю хорошенько весь газон. Еще желательно после аэрации и скарификации просеять немного семян, чтобы газон был поплотнее, чтобы не было пробелов между газоном, проплешин. И тогда у вас газон будет газоном мечты практически, приложив совсем небольшие усилия. Но на сегодня у меня все. Спасибо большое за просмотр. Удачи, успехов. Пока-пока.